тоже дома. Вы дома? Это катаетесь на... На это. На заднем, на жопе. Плохие слова. На жопе. А как правильно сказать? На попе. Саша, поехали заниматься. Сашуня. Саша, вставай, поедем заниматься. Вставай. Мама, снизу. Саш, поехали? Молодец. Вставляй гвоздик сам, да, вставляй. Ой, молодец. Давай поправим колесико, поправим сюда поближе. Вот так. Забивай сам. Нет, нет, колесико забивай, Саша, по колесу. Вот тут забивай гвоздик.